рождения. Ой. Счастья, здоровья, благополучия. Спасибо. Всем все. Крепкого до 100 лет и выше жить. И, ой. Что-то сказать надо. Мой золотой. Мой. Была зав фельдшерско-акушерским пунктом. У меня была акушерка, две санитарки, и я с ними. И мы все вместе обслуживали весь этот поселок Старомалиновский. И работала на вокзале. На вокзале работала фельдшером. Обслуживала весь район. Я не сидела, у меня стаж по пенсионному 55 лет, а так я 60 лет работала фельдшером всю жизнь. Где только надо, я все время обслуживала больных. У меня медалей, много медалей. А раньше давали за работу, за все давали медали. Все было. Ту войну видела. Ну, а эту войну все время смотрю. Туда, наверное, сели на его, наказали. Трое детей. Сестер внуков, слава Богу, я богатая, семеро правнуков. Ай-яй-яй-яй, молодцы, молодцы, молодцы. Вот, так что, если что, у меня есть кому помочь, у меня есть правнуки, они любят, любят общаться. Поздравляем! Поздравляем!